Буэнос диас, братва. Ядерный рассвет назрет ваши экраны, это значит, что мы продолжаем проходить Get War. Сажайте жопы поудобнее, берите ништячки, врубайте погромче. И чё такое? Голова, что это? В Хельхейм попадают не только больные и старые, но и преступники. Хелю нет разницы между нами и теми, кого должны терзать эти видения. Как бороться? Покинуть Хель. Чем скорее, тем лучше. Я не стану брать это в голову. Мимир прав. Это иллюзии. Это был не я. Нет. Это тот, кем ты станешь. Слушай, я знаю, что не так из-за меня. Но я нас вытащу. Это я нас вытащу, а ты будешь слушаться. По правде, я не такой. Ну уж, надеюсь. Теперь не мешай. Не хочу торопить, но быстрее нельзя. Дай подумать. Ты? Я бы никогда спрячься. На это не согласился. Слушай, ты не имела права. Я имела право. Я твоя мать. Ты не имела права, ведьма. Нет вкуса. Нет запаха. Я даже не чувствую, жарко здесь или холодно. Пиры, выпивка, женщины. Все исчезло. Но ведь теперь ты никогда не почувствуешь боли. Сама смерть над тобой более не властна. Предпочел бы умереть? Чем лишиться всех чувств? Да. Да. Я бы лучше умер. Да. Верни мне все, мать. Не могу. Верни. Верни. Верни мне все. Это уже невозможно. Сын, поверь мне, однажды ты все поймешь. Давай! Сын! Ты трус! Мне показалось, или он в рожу фурчмал? Какое милое бессилие. Что ты со мной сделала? Что ты со мной сделала?
Почему ты молчал, голова? Ты не поверишь, я забыл. Не поверю. А, сам не знаю, как так вышло. К чему мне утаивать от вас подобное? Мы пришли, но имей в виду, разговор не закончен. Весело. Ща вот место. Камни кончились. А у меня и был только один. Оказывается, Бальдер этот ваш. Уху! Знатный очкошник. Это все равно, что получить леща лещом. На нахуй. Когда одна тварь получает по морде другой. Какой хаос. Когда я убью тебя, придется многое сделать. Кто это? Поспешим. Тор, что ли? А, не уверен, что на нем можно плыть. Пойдет. А у нас вариантов нет, чуваки. Не мешайся. Сделал. Паруса целы. Движемся. Славно. Но помни, корабль одолеет лишь часть пути. Храм Тюра находится наверху колоссального водопада, а мы, увы, внизу. То есть, если даже мы доберемся туда в целости, нам нужно как-то подняться вверх по водопаду. Вам построили великий корабль, но он мог летать. Скидблоднир? Да. Потому что он был так задуман, а этот не был. Другого корабля у нас нет, так что пойдет и этот. Наткнулись на самый большой айсберг, какой я видел. Ну, огонь хотя бы греет. А теперь?
под руку. Дай отцу подумать. I believe I can fly. Мы вправду летим. I believe I can touch the sky. Сука нах. Вот инженер. Ненадолго. Ты жди здесь. Так. Надеюсь, на там нигде батл не предстоит. Хуя там эйркрафт. Сундучок. Чё-то фиолетовое. Сказал, ты жди здесь. Хорошо, жду. Есть! Корабль свободен! А я не очень. Все кончено. Даже если мы вернемся в Мидгард, вы с Бальдером разрушили единственные врата в доступе. У нас нет вариантов. А уж мальчишка просто головная боль. Он такого возомнил о себе, что... Атрей не твоя забота. Он станет заботой всех миров, если ты ничего не сделаешь. И не нужно большого ума, чтобы это понять. Атрей. Помочь? Давай вместе. Получилось. Мы свободны. Мы отсюда выберемся. Сразись со мной и покончим с этим. Да, сын мой, пора. Нет. Снова этот голос. Ты знаешь, кто это? Я не знаю. Айсберг по левому борту! Блять! Yeah.
кабаны! Наливай, куме, горілки, стаканчик, бігає по полю весело кабанчик. Я его срежу! Да, сука, когда ж его кончить? Так у нас дырка в корабле. Но получилось, да. Голова, сколько нам еще до храма? Да, а то холодно. Если сохраним скорость и огни не погаснут, скоро мы будем на месте. Да, блять, я даже комментировать порой забываю от количества экшону. Вот, блядиада. Да когда ж вы, суки, кончитесь? Чё, слоёбы? Опять кошки летят. Сука нах. Yeah.
Так, я не понял, а что за остановочка? Вообще, летим или да? А, вон еще кошак. Вот теперь летим. Эйркрафт, конечно, знатно потрепанный, но тем не менее. Мимир, почему огонь не гаснет? Ты в магию веришь? Или клинки? Ой, назад полетел. Джиз! Чё, жарко, сучки? Ещё что-то спиздить умудрился. Ёй! Еще и тролля гасить, да вы издеваетесь. Шок. Нормально, это ему ебасос раскрыл. Но нужно вытащить гарпун. В салат, орки. Серебрище, я ебаться не хочу. Посмотри, что ты натворил. Хуяки нище. Видел,
так номер. И это твоя мысль? Вы оба чокнутые. Мы покидаем этот мир. Сейчас же. Главное не рухнуть обратно. Не здесь ли Один хранит подсказки насчет Йотунхейма? Так, а ну-ка. Так, живучесть 4 мне дает. Что произошло дальше, мы с вами узнаем в следующей серии. Спасибо всем, кто присутствовал. Лоис, пиписька, и до скорого. Адьос, братва.